Всем, кто сейчас смотрит канал «Уральская усадьба», привет! Сегодня у нас 30 апреля, 17 год. Сделали теплицу павильон шириной 3 метра, длиной 6 метров. С одного торца у нас установлена разрезная дверь-форточка. Также в теплице имеется перегородка с двумя распашными дверьми. Из другого торца у нас просто форточка. Основной отличительной особенностью данной конструкции является невероятное количество дополнительных прогонов, установленных на одну стенку. Такое количество доп. Прогонов установили мы. Почему? Потому что теплица стоит вплотную к забору, и клиент побоялся, что скатывающийся снег будет копиться между теплицей и забором и в конце концов выдавит поликарбонат. Поэтому вот сделали из стенки такую шведскую стенку. 24 прогона дополнительных будут поддерживать снег, который будет копиться снаружи. Также у нас в теплице установлены коньковые фрамуги с ручным управлением. В каждом отделении по одной штуке. Сама конструкция стоит у нас на металлической трубе. Профиль трубы 100 на 100. Сварено, покрашено и внутри заделано изолоном. Ну, изолон, наверное, в качестве теплоизолятора выступает здесь. Поликарбонат 4 мм, 0,72 плотность. Ну вот на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите комментарии. Всем пока!